Вышла статья, меня убрали из репертуара. Сижу и плачу. Лию Ахеджакову выгнали из «Современника». В чем же причина столь жесткого решения? А я хочу сказать вот этой Лии Ахеджаковой, но время уже пришло, пора сидеть на пенсии, сидеть дома и заняться своей личной жизнью. Задуматься о том, как говорится, что дальше будет. Но нельзя же всю жизнь быть лицедеем. Хватит уже. Надо быть самим собой. Если всю жизнь вы были на сцене, хватит уже, дайте дорогу молодым. Все, правильно сделали, что убрали. Я не против вас, но и не за. Надо уступать дорогу молодым. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. 84 года. Все. Наша эпоха ушла. Уходит. Отдыхайте дома. Что вам не будет хватать пенсии? Но она у вас будет где-то в пределах 50. Но не 10, как у меня. И то я не рвусь на работу. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.